Улиткотерапия, пилинг рыбками, ванны из сена и даже массаж кактусами. Чтобы хорошо выглядеть и ловить на себе восхищенные взгляды, женщины готовы в буквальном смысле на все. И пусть эталоны красоты меняются слишком быстро, легкий румянец, свежий и здоровый вид в тренде всегда. Не сдает оборотов и классический уход. Летом барышни экспериментируют редко. Я дома маски, в салон хожу раз в неделю, чтобы за собой ухаживать, потому что летом кожа более уязвима, требует больше внимания к себе, но и хочется быть привлекательной. В салон, где-то раз в две недели получается сходить. Так обязательно солнцезащитный крем каждое утро. Я летом особо не крашусь, потому что есть солнышко, которое придает нам безумный загар. Главное – это только увлажнять кожу, увлажнять волосы. Отказываться ли в жаркий сезон от декоративной косметики – выбор каждого. Но жирная кожа и забитые поры запросто могут испортить не только внешний облик, но и самочувствие. Чтобы этого избежать, можно использовать средства с легкой текстурой. Здравствуйте, добрый день. Я на укладку записана. Божена Аксенова – частый гость в салонах. Испробовала на себе все чудеса современной индустрии красоты. В этот раз в планах только легкая укладка. Уход за лицом тоже доверяет исключительно профессионалам. В обязательном порядке к косметологу хожу, так как из-за солнца портится лицо и волосы. Питаю маски, масло для волос. Обязательно увлажняю волосы с помощью счастья для волос. Цена этого счастья, именно так называется процедура для волос, 3-5 тысяч рублей. Мастера утверждают, при правильном уходе даже на окрашенную шевелюру солнце влияет не критично. В арсенале у специалистов щадящая краска и средства от сухости и секущихся кончиков. Хорошо выглядеть девушкам хочется всегда, и зимой, когда на улице минус 20, и летом, когда плюс 30. Если большая часть домашнего ухода актуальна всегда, то в жару некоторые салонные услуги делятся на те, без которых не обойтись, и те, которые противопоказаны. Таким относятся травмирующие кожу косметологические процедуры, например, различные инъекции. Летом делать уколы красоты врачи не советуют. В это время года лучше воздержаться и от лазерных вмешательств. Желательно исключить все лазерные методики, особенно по лицу, например, работа с рубцами, омоложение лазерное. Летом, конечно же, нежелательно делать, а точнее противопоказано делать срединные глубокие химические пилинги. Так как кожное сало вырабатывается намного чаще, то мы советуем пациентам несомненно делать уходовые процедуры, увлажняющие процедуры, процедуры по очищению кожи. Безопасны в жару и коктейли для мезотерапии. Сегодня их можно делать и без уколов. Средняя цена процедуры от 3 до 15 тысяч рублей. Но если без кардинальных вмешательств не обойтись, стоит помнить, что в течение 2 недель придется воздержаться от сауны, солярия и отдыха на пляже. Татьяна Балыкина, Рустам Файзулин. Утро нового дня.